поликлиника в этом году начинает готовиться к капитальному ремонту. В проекте изменения бюджета по итогам 9 месяцев, то есть в октябре месяце, когда законодательное собрание будет собираться, будут выделены деньги для того, чтобы начать проектирование. На проект у нас уйдет сколько времени? Полгода и 2 месяца. Ну, то есть, теоретически, в летом следующего года мы ее начнем ремонтировать. Значит, Обождите. Мы хотим просто покрасить ее или хотим ее капитально отремонтировать, потому что там есть угроза всех прогнивших оснований и всего остального. Мы не собираемся же просто так деньги разбрасывать. Значит, еще раз говорю о том, что поэтому мы готовим проектно-сметную документацию, проводим экспертизу и летом начинаем ее строить. Нам уйдет где-то в течение, месяцев 8-9, там, год край. Значит, то есть получается, вот считайте о том, что летом 2021 года вы сюда придете своими детьми.